Новосибирск всегда у меня ассоциируется с очень теплыми воспоминаниями, ощущениями и, конечно, феноменальная сцена. Я артистка Большого театра, я уже и так заточена под определенный масштаб. И когда ты приезжаешь в Новосибирск, ты это чувствуешь, и это очень здорово. Эта история только о любви, только о том, как общаются между собой, как находят какие-то компромиссы, ревнуют или не ревнуют, обижаются или не обижаются друг на друга. Это брызги шампанского. Это праздник, действительно. Когда бывали сложные минуты в жизни, и я понимала, что этого может не быть, я всегда жду этих 2 часов. Я и несколько раз приезжал в прошлом сезоне, и уже в этом году даже успел станцевать рубины с изумрудами на этой сцене. И очень комфортно. И мы сами как-то стараемся тоже быть позитивными, открытыми, потому что действительно принимает очень-очень тепло и приятно. Сам спектакль, он потрясающий, красочный, яркий, позитивный, открытый. Это Испания, это яркие эмоции, огонь в крови, в глазах. Он живой, живой, и все эмоции, все какие-то танцы, мысли, да, они все такие очень легкие. И, конечно, я его очень люблю и с огромным удовольствием всегда танцую. Выход на сцену – это твой диалог с самим собой, это диалог со зрителем, это диалог с дирижером, с оркестром. И, конечно, это наслаждение ни с чем не сравнить. Дорогой зритель Новосибирска, приходите в театр. Мы вас очень ждем. Мы все работаем для того, чтобы вы шли в театр.